Ну вот у нас сегодня вторник. Время примерно к 2 часам. Здесь вот сегодня у нас солнышко. Такая погода очень хорошая. Вот. Вон Игнат Тихонович что-то там подошел к мусорке. Что-то смотрит там. Какие-то книги что ли нашел. Он ходил, мусор выбрасывал. Вот, и, видимо, что-то нашел. Толстовский. О, Некрасов, стихи. У Жуковского. Вот. Василий Андреевич, это друг Пушкина. Кто-то выбросил. Вот это да. Толстовский. Дым Отечества. Ну и что там, еще что-то есть? А? Что-то еще есть там? Еще есть, конечно. Вот тут вот, что, и Тютчев, Боротынский. Ну, записки оружейного охотника. Вообще, тут фотографий сколько. Это очень хорошие книги. Это Толстовский, «Дым Отечества». О, тут кто-то засыпал все. Теперь, может быть, и не найду уже дальше-то я. Ну да, фу. Нету. Нету, нету уже. Нету больше. Ну все тут возьмешь. Нету, нету уже. Больше ничего не возьмешь. Я хотел сказать, это посмотреть надо, что тут. Вот, а глянь, какие кухни. Интересно? Глянь, на лыжах как. Это бы, если это и дать, она бы взяла. Ликерия? Ликерия. Это взять, помыть. Взять? Да я думаю, не надо. У нее хватает игрушек. Ну ладно. А тут все такое. Ну, глянь, какая хорошая. Что-то, может, тоже взять надо, нет? Нет, не надо ничего. Ну, давай, конечно. Некрасов. Память грозовых лет. Это вообще, это же наша родина. Учителя тут, военное время, тут герои какие. Как такое можно было бросить-то, не знаю. Я не сторонник этого чего-то, а я просто знаю, что это хорошо, когда ты знаешь это все. Видишь, какие герои. Таня Васильевна, связная партизанского отряда. Конечно, теперь уже их никого и нет, наверное. Но кто-то же выбросил. Я унес сегодня в 3 ведрах там еще унес. Там намного больше. Уходи с дороги, вон едет. Сегодня у нас солнышко выглянуло. Обещает потепление, вообще плюсовую даже ближе. К выходным. Что у нас? Тут как когда колонка была здесь, то там бабушка живет одна. Ее муж сидел в тюрьме, и он про меня рассказал, как он, говорит, был там, проповедовал, слышал. Слышал это? Угу. Вот. Она как-то говорит, у меня, говорит, какие-то книги есть. Я хотела вам отдать. Я думаю, она вытащит их. Она, наверное, уже больше года прошло. И сегодня я вот их книги-то первый раз туда ушел, когда понес. Полные 3 ведра полные набрал этих книг. А она стоит, смотрит. Я ей поклонился, она мне... Я подумал, она не зря смотрит. Это она, видимо, вынесла. Вот видишь как. И до того день такой хороший. А до этого я... Вот эти разные там рекламы дают... Они хорошие такие, я многим подарил. Они халиха хорошие-то. Ну, посмотреть картинки и на растопку. Те-то нам не нужны. А эти книги оставить надо. Ну, которые там разные, там я вор, там такое. Так, проклятый мемент, там разное такое. Я не люблю это. А это история. Ну, представь себе, Жуковского. Ты пойди, найди сейчас где. Толстовского. Вот она, Толстовский. «Дым Отечества». Вот, Василий Андреевич Жуковский. Он, это друг Пушкина. Он был при нем. Когда тут. О-о-о-о. Некрасов тут. Вообще хороший. Я очень доволен. О,
Подойди сюда. Зайди на тенечки. Гули мои, гули, 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 гули. Вот отсюда зайди, вот туда зайди, в тенек. И вон где кран, там покажи, что человека видно. Вон там. Я-то того боюсь за них. Выхожу когда тут, они там есть. Рано утром и в темноте я перекрещу, Господи, сохрани. Пошел туда к ним залезти, а все огорожено. А в двери тут, когда тут заезжают, тут меня задержал, который там дежурит-то. Я бы мог, конечно, пролезти, но нужды нет такой. Но все равно оттуда бы пофотографировал Барнаул. Вот мы приехали, когда он где стены белые, так оно ниже еще было тогда, как мы вернулись туда, в город. Они все время работают. Арматура-то сколько там? Ой-ой-ой. Три крана. На той стороне еще один. Ну, заробили. Книги, смотри. Книг сколько набрал на помойке. Пушкина, Паустовского, Некрасова. Да ты что? Да. Руками-то не прикасайтесь. Ну, вот жди, Матейщик. Курчерки. Ну, Жуковский. Ой. Ну, все-все, не дам больше всех. Самому надо. Вот, так сколько книг перепутали. Ой. О, ну и все, считай. А то вот на кровати лежат они, да? Как говоришь? На кровати лежат, которые принесли. А то вон те, это вон на кровати сколько принес. Вон наверху еще там лежат. Да? И это все я принес сегодня. Ну а что сделаешь? Люди выбросили. А я собрал. Эти книги я положу наверх. Они никуда не годятся, кроме как это, считать. А которая внизу, там всякая такая... Ой, неприятное для меня. Я могу даже показать. Это вот я показал. Вот. Это вот сюда кверху. Тут трогать не надо. А тут разные вина. Вот смотри, какие. Вино. Масс-маркет. Ну, еще тут про вино-то. Ну, я же не буду ее пить. До бутылки. В печку. Вино. Да, это на растопку хорошее. Сказал. А вот тут какие есть. Вот смотри. Это я сегодня уже взял. Вот я вор. Евгений Сухов. Ну да, да, это эти. Ну, Одиссея. Ну, разновыдумка. Это Константин Симонов. О, это я посмотрю. Константин Симонов, это серьезное дело. Да. Вот смотри, еще тут есть. Какая книга здоровая. Что это? Лев Николаевич Толстой. Это я оставлю. У Толстого много хорошего. Как один человек назвал, говорит, глыба. Глыба. А у нас кто-то не понял, да говорит, глыза. А глыза это помет корове застынет, когда. Забавный детектив. О, сын полка. Это Катаев должно быть, да? Смотри. По-современному. Ну да, Катаев, Валентин. Я считал ее, и фильм есть, кажется, такой. Вот «Железный поток» Серафимовича. Ну, то-то мне не очень. Вот, «Бойнище». У «Бойнище» много, но она раскаивается, что она написала. О, вот там... Дескать, глупая я была, написала не то, что надо. Я считал ее. Вот. «Захолустье» Малышкина. «Дамское счастье» Эмиль Золя. Эмиль Золя. А, вот что. «Обломов» Гончарова. Это нашим друзьям надо, которые не любят работать. «Куприн». Ну, ну ясное дело, что это серьезно все. Ого-го. Это Аскольд Шейкин, не знаю. Борис Васильев, не... О, Александр Фадеев. Это серьезно. Пил, правда, и кончил ничем. Застрелился, кажется. Да. Ну, это все у меня тут остается. Вот и все. А, еще вот что я там набрал, Давич. Вот такие вот открытки. Герои Советского Союза. Какие молодцы. Ну, я еще не все просчитал про них. На обратной стороне написано. Я просчитаю обязательно. Ну все, слава Богу за все. О!